История создания и развития бренда Deo. Бренд Deo, некогда игравший ключевую роль в автомобильном мире, имеет богатую и многогранную историю, известный своим быстрым ростом, международной экспансией и последующей реструктуризацией. Путь Deo позволяет взглянуть на сложности и динамику мировой автомобильной промышленности. Истоки Deo. Основание и первые годы. История Deo начинается в конце 60-х годов в Южной Корее. На заре своего существования Deo входила в состав более крупного конгломерата, но вскоре выделилась своей деятельностью в автомобильном секторе. С самого начала компания сфокусировалась на создании автомобилей, которые были бы доступны широкому кругу потребителей и отвечали бы основным требованиям надежности. Это стремление к производству качественных, но доступных автомобилей быстро сформировало репутацию Deo на внутреннем рынке. Компания делала акцент на простоте и функциональности своих автомобилей, стремясь удовлетворить основные потребности потребителей в транспортном средстве. Видение основателя. Основатель Deo был движим амбициозной целью создать бренд, который мог бы успешно конкурировать не только на южнокорейском, но и на международном рынке. Его видение заключалось в том, чтобы Deo стало символом качества и доступности, способным удовлетворить требования различных категорий потребителей. Эта амбиция по созданию конкурентоспособного международного бренда положила основу для будущего роста и развития Deo. Видение основателя отличалось дальновидностью и стремлением к инновациям, что впоследствии позволило Deo занять свою нишу на мировом автомобильном рынке. Он видел в Deo не просто производителя автомобилей, но и важного игрока в глобальной экономике, способного влиять на тенденции и стандарты в автомобильной индустрии. Таким образом, истоки Deo характеризуются смелым видением и стремлением к созданию автомобилей, доступных для широкого круга потребителей, что заложило прочный фундамент для его будущего успеха и развития. А пробить Deo по ВИН-коду или госномеру на аварии, нахождение в залоге, угон и многое другое можно при помощи специального телеграм-бота «Глазбога». Ссылка в закрепленном комментарии. Рост Deo в 70-е годы. Расширение и диверсификация. 70-е годы ознаменовались значительным ростом и развитием для Deo. В этот период компания активно расширяла свои горизонты, внедряя новые стратегии и диверсифицируя свой продуктовый портфель. Deo не только укрепляла свое присутствие на внутреннем рынке, но и активно искала возможности для роста за его пределами. Основной фокус в этот период был сделан на разработку и внедрение новых моделей автомобилей, которые отвечали бы разнообразным и меняющимся потребностям клиентов. Это стремление к инновациям и адаптации к требованиям рынка позволило Deo значительно увеличить свою долю на рынке и укрепить свои позиции в автомобильной промышленности. Ключевые модели и инновации. В 70-е годы Deo представила несколько ключевых моделей, которые быстро завоевали популярность среди потребителей благодаря своей долговечности, надежности и доступности. Эти модели отличались улучшенными характеристиками, современным дизайном и увеличенной функциональностью, что сделало их привлекательными для широкого круга покупателей. Продукты Deo этого времени отмечались высоким качеством и инновационными решениями, что позволило бренду конкурировать с более устоявшимися игроками на автомобильном рынке Южной Кореи. Эти успехи способствовали дальнейшему росту и развитию компании, укрепляя ее репутацию как одного из лидеров отрасли. Таким образом, 70-е годы были периодом важных достижений для Deo. Компания не только расширила свою деятельность и диверсифицировала продукцию, но и заложила основу для своего будущего успеха на международной арене, представив ряд инновационных и качественных автомобилей, которые отвечали требованиям и ожиданиям клиентов. Международная экспансия в 80-е годы. Выход на мировые рынки. 80-е годы ознаменовались значительным этапом в истории Deo, когда компания начала активно осваивать международные рынки. Этот период стал поворотным моментом, отметив начало новой эры в развитии бренда. Расширение на мировые рынки было частью обширной стратегии, которая предусматривала преобразование Deo в одну из ключевых глобальных игроков автомобильной индустрии. В это время Deo активно стремилась выйти за рамки внутреннего рынка Южной Кореи, нацеливаясь на различные регионы мира. Основной задачей было не просто выйти на мировые рынки, но и закрепиться на них, предложив конкурентоспособную продукцию, отвечающую местным требованиям и вкусам. Сотрудничество и партнерство. Одним из ключевых элементов стратегии международной экспансии Deo стало заключение стратегических партнерств и сотрудничество с другими автомобильными компаниями. Эти альянсы позволили Deo получить ценные знания и опыт, необходимые для успешного ведения бизнеса на глобальном уровне.
Сотрудничество с зарубежными партнерами оказалось эффективным способом обмена технологиями, знаниями и ресурсами. Эти партнерства способствовали улучшению качества продукции Deo, расширению производственных мощностей и укреплению маркетинговых стратегий. Они также помогли Deo лучше понять потребности и особенности различных рынков, что в свою очередь позволило более точно настраивать продукты под запросы международных потребителей. Таким образом, 80-е годы стали периодом значительных перемен и расширения для Deo, когда компания активно работала над укреплением своего глобального присутствия. Стратегические партнерства и сотрудничество с другими компаниями позволили Deo эффективно адаптироваться к условиям международного рынка и занять свою нишу в мировой автомобильной индустрии. 90-е годы. Вызовы и возможности. Экономические проблемы. Для Deo 90-е годы оказались периодом значительных испытаний, обусловленных глобальным экономическим спадом. Эти годы принесли серьезные финансовые и управленческие трудности, которые оказали существенное влияние на операционную деятельность и стратегическое планирование компании. Экономические вызовы того времени требовали от Deo гибкости и способности к быстрой адаптации к меняющимся условиям рынка. Сложности, с которыми столкнулась компания, включали снижение спроса на автомобили, повышенную конкуренцию и необходимость оптимизации производственных процессов. Эти проблемы потребовали от Deo переосмысления многих аспектов своего бизнеса, начиная от производственных стратегий и заканчивая маркетингом и распределением ресурсов. Стратегические изменения и новые модели. В ответ на экономические трудности Deo предприняла ряд стратегических шагов, направленных на улучшение своего положения на рынке. Ключевым элементом этих изменений стало внедрение новых моделей, которые отвечали бы текущим требованиям и ожиданиям потребителей. Эти новые модели были разработаны с учетом повышенной эффективности, экономии топлива и улучшенных характеристик безопасности. Компания также сконцентрировалась на оптимизации своих внутренних процессов, стремясь снизить издержки и повысить эффективность производства. Это включало в себя внедрение новых технологий, пересмотр логистических цепочек и улучшение управленческих практик. Эти стратегические изменения и внедрение новых моделей помогли Deo адаптироваться к новым реалиям рынка и поддержать свою конкурентоспособность в трудные времена. В результате компания смогла не только преодолеть вызовы 90-х годов, но и заложить основу для своего будущего роста и развития. 21 век и реструктуризация. Преодоление финансовых трудностей. Начало 21 века оказалось испытанием для Deo, ознаменовавшимся серьезными финансовыми трудностями. Эти проблемы были вызваны рядом факторов, включая глобальные экономические изменения и внутренние управленческие вызовы. В результате компании пришлось столкнуться с необходимостью масштабной реструктуризации, целью которой была стабилизация ее деятельности и восстановление финансовой устойчивости. Процесс реструктуризации включал в себя пересмотр и оптимизацию всех аспектов бизнеса Deo. От производственных операций до финансовых стратегий компания стремилась к сокращению издержек и повышению эффективности своих бизнес-процессов. Это требовало значительных усилий со стороны руководства и всех сотрудников компании. Стратегиям возрождения бренда. В рамках реструктуризации Deo приняла ряд ключевых мер по возрождению бренда. Одним из главных направлений стал выпуск новых автомобильных моделей, которые соответствовали бы последним трендам и потребностям рынка. Эти модели были направлены на привлечение новых категорий покупателей и возвращение доверия к бренду. Кроме того, Deo сосредоточилась на внедрении новых технологий в своих автомобилях. Это включало улучшение в области экологичности, безопасности и комфорта вождения. Инвестиции в исследования и разработки новых технологий стали ключевым фактором стратегии возрождения Deo. Эти стратегии были направлены не только на краткосрочное восстановление компании, но и на ее долгосрочное устойчивое развитие. Успешное преодоление финансовых трудностей и последующая реструктуризация позволили Deo вновь занять место среди ведущих автомобильных брендов и продолжить свое развитие в 21 веке. Deo сегодня – современная эпоха и инновация. Современный модельный ряд. В настоящее время модельный ряд Deo является воплощением стремления бренда к инновациям и высокому качеству. Сегодняшние модели Deo разработаны с учетом разнообразных потребностей и предпочтений покупателей, предлагая широкий выбор от семейных минивэнов до более спортивных и роскошных седанов. Каждая модель отличается современным дизайном, продвинутой функциональностью и повышенной эффективностью, что делает их привлекательными для различных категорий потребителей. Deo продолжает следовать своей философии предложения автомобилей, которые сочетают в себе практичность, комфорт и им доступность. Этот подход, который позволяет компании сохранять лояльность существующих клиентов и одновременно привлекать новых.
технологические достижения и планы на будущее. Одним из ключевых направлений развития Deo является инвестирование в технологические инновации. Компания уделяет особое внимание разработке электромобилей, стремясь отвечать глобальным тенденциям и увеличивающемуся спросу на экологически чистый транспорт. Электромобили от Deo предлагают не только экологические преимущества, но и обещают высокую производительность и новый уровень комфорта вождения. Помимо электромобилей, Deo активно работает над интеграцией технологий автономного вождения. Эти усилия направлены на повышение безопасности, улучшение водительского опыта и создание более эффективных и умных транспортных решений. Все эти инновации являются частью стратегии Deo по поддержанию своей роли в качестве конкурентоспособного и прогрессивного игрока на мировом автомобильном рынке. Планы на будущее включают в себя не только разработку новых продуктов, но и постоянное улучшение существующих, что позволяет Deo оставаться на переднем крае инноваций в автомобильной индустрии. Влияние Deo на культуру. Влияние в СМИ и поп-культуре. Deo оказало значительное влияние на средства массовой информации и популярную культуру, особенно в Южной Корее. Бренд часто появлялся в различных медийных форматах, став символом экономического роста и промышленного успеха страны. Это присутствие не ограничивалось только рекламными кампаниями. Автомобили Deo фигурировали в кинофильмах, телевизионных шоу и даже в музыкальных клипах, отражая их значимость в жизни южнокорейцев. В кино и телевидении автомобили Deo часто использовались как элементы, подчеркивающие определенные черты персонажей и служащие ключевыми элементами в сюжетных линиях. Это помогло бренду стать частью общественного сознания и культурного ландшафта Южной Кореи. Наследие и узнаваемость бренда. Несмотря на периоды экономических и управленческих сложностей, наследие Deo продолжает пользоваться уважением и признанием. Бренд остается в памяти как значимый участник в развитии автомобильной промышленности Южной Кореи и как важный игрок на мировой автосцене. Deo внесла свой вклад не только в экономическое развитие страны, но и в формирование ее культурного образа. Автомобили марки стали символом достижений, инноваций и прогресса, что подчеркивает их значение как для индустрии, так и для культурного наследия Южной Кореи. Бренд Deo, несмотря на все изменения и вызовы, оставил неизгладимый след в истории, культуре и промышленности. Его вклад в развитие технологий, дизайна и производственных процессов продолжает вдохновлять и напоминать о важности инноваций и стремлении к превосходству в любой сфере деятельности. Ключевые фигуры в истории Deo. Провидцы и лидеры. История Deo тесно переплетена с историями выдающихся личностей, чье видение и лидерство оказали огромное влияние на развитие компании. Эти ключевые фигуры, включая основателей, управленцев, инженеров и дизайнеров, сыграли неоценимую роль в росте и преобразовании Deo в глобальный бренд. За годы своего существования Deo была возглавлена рядом влиятельных лидеров, каждый из которых вносил свой уникальный вклад в развитие компании. Они не только определяли стратегические направления для бизнеса, но и вдохновляли своих сотрудников на инновации и стремление к превосходству. Основатели и первые руководители Deo оставили значительный след в истории компании, установив культуру инноваций и стремление к качеству. Их решения по расширению бизнеса, внедрению новых технологий и выходу на международный рынок заложили основу для будущего успеха Deo. Ключевые фигуры в области инженерии и дизайна в Deo также оказали значительное влияние на развитие автомобильных моделей компании. Их инновационный подход к разработке автомобилей способствовал созданию уникального стиля Deo и ее технологическому лидерству. Вклад этих лидеров и их способность адаптироваться к меняющимся условиям рынка были ключевыми в успешном преодолении многочисленных вызовов, с которыми столкнулась компания в разные периоды своей истории. Они не только способствовали росту и развитию Deo, но и оставили долговечное наследие, вдохновляющее новые поколения на инновации и прогресс. Таким образом, ключевые фигуры в истории Deo играли центральную роль в формировании и развитии бренда, демонстрируя пример лидерства, инноваций и стратегического видения, которое привело Deo к успеху на международной арене. Размышляя об истории Deo, можно сказать, что бренд прошел путь полный взлетов и падений. История Deo, начиная с амбициозного начала и заканчивая проблемой и реструктуризацией, является свидетельством стойкости и адаптивности, необходимых в постоянно развивающейся автомобильной промышленности. А пробить Deo по ВИН-коду или госномеру на аварии, нахождение в залоге, угон и многое другое можно при помощи специального телеграм-бота «Глаз Бога». Ссылка в закрепленном комментарии.